Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight, 4 класс. All our yesterdays. Все наши вчерашние дни. Задание первое. Listen and point. Послушай и покажи. Then sing and do. Затем спой и сделай. I wasn't happy yesterday. Я не был счастлив вчера. I was sad. Я был грустным. Sad. Bored. Скучал. Bored. And angry. И злился. Angry. I wasn't happy yesterday. Я был несчастлив вчера. I was scared. Испуган. Scared. Tired. Устал. Tired. And hungry. И голодный. Hungry. But not today, not today. Но не сегодня, не сегодня. Today I am very happy. Сегодня я очень счастлив. Задание второе. Get in the mood. Were you angry yesterday? Ты был злой вчера? Yes, I was. Да, я был. Were you sad yesterday? Ты был печальным вчера? Yes, I was. Да, я был. Were you bored вчера, yesterday? Ты скучал вчера? Yes, I was. Да. Were you scared yesterday? Ты был испуган вчера? Yes, I was. Да, я был. Were you tired yesterday? Ты был уставшим вчера? Yes, I was. Да, я был. Were you hungry yesterday? Ты был голодным вчера? Yes, I was. Да, я был. Задание третье. Where were they? Где они были? Read and complete. Прочитай и дополни. Last week Larry and I were at the zoo. На прошлой неделе Лэри и я были в зоопарке. We were with my uncle Harry. Мы были с моим дядей Гарри. There were lots of animals there. Seals, dolphins and crocodiles too. Там было много животных. Тюлени, дельфины и крокодилы тоже. It was really exciting. Это было реально великолепно. Yesterday Maya and I were at the theater. Вчера Майя и я были в театре. Theater. There was a really funny show on. Там была реально смешная пьеса. There were dancers and clowns too. Были танцоры и клоуны тоже. It was a really interesting day. Это был реально интересный день.
Задание четвертое. Now read again and match. А сейчас прочитай снова и соотнеси текст с картинками. There is one extra picture. Есть одна лишняя картинка. Вот эта лишняя картинка там, где они в кино. At the cinema. Потому что про кино тут ничего в этих двух текстах не сказано. Здесь у нас zoo, зоопарк, а здесь у нас theater, театр. Zoo, зоопарк, theater, театр. Portfolio. Write about the extra picture. Напиши о лишней картинке. Задание шестое. Last night. Прошлой ночью или прошлым вечером. Play the game. Сыграй в игру. Last night I was at a party with Brad Pitt. Прошлым вечером я была на вечеринке с Брэдом Питтом. Last night I was at the cinema with Julia Roberts. Прошлым вечером я была в кино с Джулией Робертс. Даты. Как читать даты? По-русски мы обычно говорим 7 марта. Не 7 март, а 7. А вы знаете, что, чтобы сделать слово «седьмое» или «седьмой», надо добавить к слову «семь» «th» окончание. 7 марта – «the 7th of March». Задание первое. Look at the calendar, then rewrite the sentences in your notebook. Посмотри на календарь и затем перепиши предложение в свою тетрадь. Use. Используй. 2 weeks ago. 2 недели назад. 2 weeks ago. Last Sunday. Прошлое воскресенье. Last Sunday. Yesterday. Вчера. Yesterday. A week ago. Неделю назад. A week ago. Last Tuesday. Прошлый вторник. Last Tuesday. 3 days ago. 3 дня назад. Предложение надо переделать. Первое предложение. I was in France on the 7th of March. Я был во Франции 7 марта. I was in France 2 weeks ago. Я был во Франции 2 недели назад. Второе предложение. Mary was at school on the 20th of March. Mary была в школе 20 марта. Ну, учитывая, что сегодняшняя дата у нас the 21st of March, 21 марта, то 20 марта это получается вчера. То есть Мэри была в школе вчера. Mary was at school yesterday. Мэри была в школе вчера. Третье предложение. Mom and Dad were at the cinema on the 18th of March. Мама и папа были в кино 18 марта. То есть получается, что они были в кино 3 дня назад. Мама и папа были в кино 3 дня назад. Mom and Dad were at the cinema 3 days ago. Четвертое предложение.
David was at the shops on the 14th of March. David был в магазинах 14 марта. То есть получается, что он был в магазине неделю назад. Дэвид был в магазинах неделю назад. David was at the shops a week ago. Пятое. I was at the zoo on the 17th of March. Я был в зоопарке 17 марта. То есть получается, он был в зоопарке в прошлый вторник, учитывая, что вот это вот воскресенье. В Англии не с понедельника неделя начинается, а с воскресенья. I was at the zoo last Tuesday. Шестое. Brian and May were in London on the 15th of March. Brian и May были в Лондоне 15 марта. Как я уже говорила, неделя в Англии начинается с воскресенья. То есть получается 15 марта – это прошлое воскресенье. Брайан и Мэй были в Лондоне в прошлое воскресенье. Brian and May were in London last Sunday. Sing along. Задание второе. Спойте. In my dreams. В моих мечтах или в моих снах. You were in my dreams. Ты был или вы были в моих снах. Oh yes, you were. О да, вы были. You were in my dreams last night. Вы были в моих снах прошлой ночью. I was beauty. Я была красавицей. And you were the beast. А вы были зверем. It was a really funny sight. Это был реально смешной сон. You were in my dreams. Вы были в моих снах. Oh yes, you were. О да, вы были. You were in my dreams last night. Вы были в моих снах прошлой ночью. I was the lion. Я был львом. And you were the mouse. А вы были мышью. It was a really funny sight. Это был реально забавный сон. Читаю еще раз без перевода. You were in my dreams. Oh yes, you were. You were in my dreams last night. I was beauty, and you were the beast. It was a really funny sight. You were in my dreams. Oh, yes, you were. You were in my dreams last night. I was the lion. And you were the mouse. It was a really funny sight. Fun at school. Развлечение в школе. What's the occasion? Какое событие? Задание третье. Match the wishes to the cards. Соотнеси пожелания с открытками. Happy birthday. С днем рождения. Открытка. Вот она. Congratulations. Поздравляю.
Congratulations. Это вот. Поздравление, например, с первым местом. Thank you. Спасибо. Thank you. Это вот. И bon voyage. Счастливого путешествия. Bon voyage. Вот. Четвертое задание. Design a card for a special occasion for a friend or relative. Сделай сам открытку для какого-нибудь особенного случая для друга или родственника. Goldilocks and the Three Bears. Златовласка и три медведя. Goldilocks. Златовласка. Never mind the chair. Неважно, что сломался стул. Narrator. Рассказчик. She says. Она говорит. Goldilocks. Златовласка. I need a bed. Мне нужна кровать. I'll go upstairs. Я пойду на второй этаж. Дело в том, что в Англии дома обычно состоят из двух этажей. И спальни находятся на втором этаже. Второй этаж, где находятся спальни, называется upstairs. А нижний этаж, где находится кухня, гостиная, называется downstairs. Narrator, рассказчик. The bed she finds is nice and small. Кровать, которую она нашла, хорошенькая и маленькая. She goes to sleep in no time at all. Она пошла спать и сразу же заснула. Читаю еще раз без перевода. Never mind the chair, she says. I need a bed. I'll go upstairs. The bed she finds is nice and small. She goes to sleep in no time at all. Let's sing. Давайте споем. Go to sleep, Goldie. Иди спать, Goldie. Have a sweet dream. Пусть тебе приснится прекрасный сон. Think of your porridge. Думай о своей каше. With lots of cream. С множеством сливок. Sleep on the soft bed. Спи на мягкой кровати. Sleep for a while. Поспи немного. Stay warm in bed. Пусть тебе будет тепло в кровати. And wake with a smile. И проснись с улыбкой. Читаю еще раз без перевода. Go to sleep, Goldie. Have a sweet dream. Think of your porridge with lots of cream. Sleep on the soft bed. Sleep for a while. Stay warm in bed and wake with a smile. Activities Module 5. Goldilocks and the Three Bears. Goldilocks, Златовласка и три медведя. Задание первое. Read and complete. Прочитай и заполни. She goes to sleep in no time. Она пошла спать и сразу же заснула. Вставляем in. Think of your porridge. Думай о своей каше. Вставляем of. Sleep on the soft bed. Спи на мягкой кровати. Вставляем on.
Sleep for a while. Поспи немного. Вставляем for. Stay warm in bed. Пусть тебе будет тепло в кровати. Опять вставляем in. Wake with a smile. Проснись с улыбкой. With. With – это с. Задание второе. There is one wrong word in each sentence. Есть одно неправильное слово в каждом предложении. Correct it. Исправь его. Goldilocks says. Златовласка говорит. I need a chair. Мне нужен стул. А на самом деле ей нужна была кровать. Она сказала I need a bed. Второе. The bed is nice and big. Кровать хорошая и большая. А на самом деле кровать была хорошая и маленькая. The bed is nice and small. Третье. Think of your porridge with lots of milk. Думай о своей каше с множеством молока. А на самом деле с множеством сливок. Cream. Think of your porridge with lots of cream. И последнее. Sleep with a smile. Спи с улыбкой. А на самом деле там было wake with a smile. Проснись с улыбкой. Wake with a smile. Задание третье. What is Goldie dreaming about? Draw and say. Что снится Голди, златовласке? Нарисуй и скажи.